Что ж, не знаю, может, напишу еще, но, наверное, пока нет. Не буду писать, значит, нам сюда не надо. Идем сейчас в магазин, потом идем домой. Спасибо. Продуктов пойдем домой. И пойдем на площадку, пока тепло, надо гулять, потому что потом будет холодно. Не знаю, до скольки сегодня Сережа, он там, я не знаю, до скольки тренинг этот, и до скольки он там будет, поскольку он приедет домой после подработки. В общем, не будем его ждать.